У Ряженки вышло сразу много видосов на трех каналах, поэтому присаживайся поудобнее, ночь будет длинной. Чтобы совсем ты не поехал крыши и не уверовал, разбавлю гитарным видосом. Основатель лид стартап пояснит за игру рифов на неке. Спасибо. Так, 2 минуты идет. На 2 минуты скинь. На 2 минуты скинь. Если успеешь скинуть... Почему играть рифы на NEC датчики нельзя? Рифы на NEC датчики. Знает, что это было. Какой-то риф придумался. Не играйте, друзья, рифы на неком датчике. Сегодня про вот это поговорим. Хотя классно сейчас звучало, да, на самом деле. И кажется, что если играть какие-то фанковые штуки или какие-то блюзовые, то классно звучит. Особенно на телеке, на страте или на чем-то фендерообразном. Короче, классно вроде бы звучит, но есть нюансики, что все-таки то, что я сейчас играю, такая помесь соло и рифов. Но если мы играем чисто рифы, бывает такая история, что ребята начинающие, они думают, что рифы надо играть на очень мощном каком-то звуке. А мощный звук создается мощью дисторшена, как у меня вот здесь вот на этой штучке, да? Надеюсь, ее видно. И так. Создается, соответственно, ну, кажется, да? Естественно, то, чтобы повлиять сразу вот на что можете, это ручки какие-то там и, соответственно, какие-то переключатели здесь. Вы переключаете, оно вроде становится жестче, мощнее и вроде бы перегружает как надо и все такое, но получается... Я еще раз не понял. На неке становится жестче и перегружает лучше? Что-то вообще не согласен. На бридже это происходит. Нет, разве? Жопа. Потому что, когда вы начинаете играть рифы в духе Металлики, там какие-нибудь такие, да? Или даже, возможно, какой-нибудь Пантера, да? Типа Флутс. На самом деле не очень, да, то есть если прям мало гейна, то ок, но как только много гейна смешались непосредственно с нековым звуком, это у нас снек, да, соответственно, крайняя позиция сверху, она же была бы здесь на гипсоне, соответственно, на ней обычно написано ритм, либо здесь, соответственно, бридж, или здесь бридж, и да, если вот на бридже окей, получается такой как бы относительно четкий звук. А если мы играем на неке, получается такой прям жесткий пердеж, но кажется, что это очень мощно. Пердит, пердит. И даже вроде крутое оборудование, все классно, все отлично, но пердит, ничего с этим не поделаешь. Если играть какие-то такие классные штучки... Он даже такое простое видео, как почему играть рифы на Nike датчики нельзя, растянул на 9 минут с какой-то непонятной хуйней. Вот если бы я был новичком, я бы нихуя не понял. Он просто реально, он нихуя непонятно объясняет. Просто несет какой-то бред. Можно было сказать просто. На бридже он датчики. Это вот, вот просто как бы я объяснил, да, для новичка. Вот гитара. Да, вот гитара. Вот типа на бридже он датчики, блядь. Что такое бриджевый? Вот на вот этом датчике это бриджевый. На нем рифы звучат
четко, резко, прозрачно, читаемо и охуенно. На нековом датчике рифы звучат очень грузящие, бубнящие, нечитаемо, не резко, вот, неадекватно, хуево. Все. Все, что нужно сказать. Видео закончилось. Видео на одну минуту. Это можно в шортс было уложить. Этот, блядь, что-то какой-то, если вы хотите, вроде дисторшн много, да, грязи больше, но что-то... Какой грязи больше на Неке? На Неке не больше грязи. То есть не, это не может быть. То есть вот ты берешь, допустим, гитару, да, вот у тебя бридж, а вот у тебя Нек. На нем дисторшна меньше становится. Вот бубнит. Более резкий, больше дисторшена, больше хруста. Чё он несёт, блядь, тряженка? Это пиздец просто. И, просто и клоун. Как бы нормально получается. Но если играть не такое, то получается жопа. Потому что жопа, она пердит. Да, кстати, друзья, если хотите не пердеть, если хотите классно себя чувствовать, проходите по ссылочкам в описании. Там есть всякие классные совершенно программы по айтишке для того, чтобы прокачаться в айтишника. Для того, чтобы получить управленческую айти-профессию. По ссылочкам в описании есть от маленьких курсов на моем сайте до больших программ. Нахуй пошел, блядь. Я уже давно занимаюсь айтишкой. Айтишку в жопу себе засунь, блядь. И мне это очень нравится. И вам готов показать, рассказать, что как работает. Да похуй, что ты там готов. В целом, короче, да пошел ты это нахуй. Лучше, чем работать музыкантом, потому что гораздо пизду, все стабильнее, блядь. И интереснее. И все это по ссылочкам в описании доступно. Пошел нахуй с этой ссылочкой. Никто твое описание читать не будет, блядь. И непосредственно заниматься удаленной работе. Тем, что вам тоже, наверное, будет нравиться, сходи потому нахуй. Что это прикольно строить продукты, системы, заниматься дизайном. Прикольно нахуй таким. Сходить с своими продуктами. Это интересная, любопытная деятельность. В жопу нахуй себе засунь продукты свои. И гитару себе в жопу засунь вместе вот, с своими продуктами. Нек окей. Но лучше всего, конечно, если вы особенно послушаете какие-нибудь такие простые рифовые группы, там типа, не знаю, Blink-182, допустим, да, то там прям слышно, там же ребята играют как бы, ну, так, скажем, или System of a Down. В целом тоже окей, в расцвет, так, блядь, как бы, своей карьеры, там все классно сыграно. В основном все играется, если мы не говорим про такой приглушенный кранч, когда маловато перегруза, и такой, как бы, вроде хочется на чистом, но он чуть-чуть подгруженный, не сильно компрессированный. Вот тогда ребята играют в основном на бридже. И получается, ну, даже если я просто поиграю банальный System of a Down. Или какой-нибудь Blink-182, да, там, ну, что-то в духе. То есть классно работает. И если бы то же самое сейчас игралось на перегрузе, было бы прикольно, ну, типа в блюзовом стиле, да, типа того. Вот оно уже не то, слишком много объема, слишком, если я еще подбавлю сюда чуть перегруза, уже не то получается. Да всем похуй! Кажется, что жирнее, но это иллюзия, вам только кажется. На самом деле будет грязнее. Да, может быть, жирнее в глобальном смысле этого слова, но не в качественном. И так лучше не делать. Играйте рифы четко, классно, на бридже. Сложнее, лучше в лампу. И это ни в коем случае не стереотип, это так и есть. То есть все, вот я сейчас играю в лампу. Лампа, пожалуйста, вот на столе, видите? Не надо для этого иметь какой-то невероятный там стек усилителей или чего-то еще. Вот классная лампа, все звучит. Если особенно хотите играть вот такие... Классная лампа, но звучит гитара как полное дерьмо на твоих видосах. У тебя гитара не звучит, это кал. У меня гитара лучше звучит, чем у тебя. Рифы, например. А,
педик неправильно сыграл, кстати. Ну-ка, сейчас проверим, как я смогу, сонный. Смогу я сыграть сейчас хоть что-нибудь? А я когда-то этот риф играл. А, еще не в той тональности, почему он так играет? А, вот, я уж не помню. Давайте еще раз. Бля, тяжелая хуйня, пиздец. Еще они там быстро играют, а у капец как. Концовка неправильная. Забыл, как играется дальше. Вспоминал буквально прям по памяти сейчас из 13 лет, 14, блин, как я мечтал тогда это круто играть. У меня еще не было перегруза, и я не мог это играть нормально. А сейчас могу. Причем даже вот прям не вспоминая вообще, что там играется, а просто на слух. И это классно, когда ты так можешь. Но это звучит только если ты играешь на бридже. А вот на неке уже будет, ну, не то пальто прям. Вообще не та история. Это даже мало... А вот много перегрузок, как вот сейчас было, да, на бридже? Вот если бы я играл там соло дальше, да, там, допустим, на эту же гармонию, даже какие-нибудь арпеджио там, типа... Вот на такой теме будет хорошо звучать. Да, классно. Но как бы не на рифаках вообще, потому что даже даже пытаясь металлику сыграть. Все, оно захлебывается сразу. Короче, не захлебывайтесь, друзья. Короче, не захлебывайтесь, друзья. Прокачивайтесь вместе со мной. Гитарный канал, чисто хобби, чисто кайф, чисто рок-н-ролл. И приходите на мои программы по айтишечке. Они классные. Чат-GPT-шечка и продукт менеджмент. И все с вами, все со мной, и мы вместе. Да, блядь, спина болит, сука, от варяженки аж спина заболела, жесть. Так.